Ею абсолютный свет снегас, и заполняю легкие свои. Он наполняет чувства все мои, и тело все мое теряет вес. Поток любви божественных вибраций мою израненную лечит душу. Я звуки сфер небесных слышу и нахожусь в божественной прострации. В сознании чистота, покой блаженный, все мысли растворились в тишине. Моя душа летает в вышине, я покидаю плотный мир мгновенно. Свет заполняет все мои тела, во всех мирах и планах бытия. Я забываю все мои дела, и даже боль сгорает вся дотла. Окутан я любовью мироздания, я часть творения в творении Творца. И сердце испускаю без конца свою любовь, как силу созидания. Я в состоянии этом в медитации вновь ощущаю милый сердцу дом. До боли все знакомо в нем, здесь лишь любовь и нету конфронтации. Но вновь пора в мир плотный опускаться, в котором прохожу я обучение. Хотя иной раз нету настроения житейским бытом этим заниматься. Я постепенно отхожу от состояния, в котором пребывал своим сознанием. Приходит постепенно понимание, что жизнь в нашем мире — наказание. Холодная пустынная квартира, урчащий от голода желудок, отсутствие работы мой рассудок. В нищающей стране лишает мира. Наш грубый мир — зловещая тюрьма, где души отбывают наказание. Но что же сделал я когда-то ранее, когда и где накрыла душу тьма? Пытаюсь разобраться много лет, зачем и сей абсурд и тут и знак. Бездарное устройство, зло и тьма, болезни, нищета и много бед. Зачем же кто и как построил мир, где нету счастья, мира и достатка? Где жизнь тяжела и коротка, и войны создают кровавый пир. Ответы есть, и все они ужасны, их не понять простому человеку. Ведь он живет как зомби век от века и проживает в жизни все напрасно. Задумается каждый пусть об этом, кто он на самом деле есть. Душою, что он хочет предпочесть, внутри себя найдет на ней ответы. Ведь зная правду, легче выбрать путь, который приведет всех нас домой. Короткою дорогою прямой, оставив позади всю эту жуть.